на сцене народная артистка Карачаева-Черкесии и по совместительству интервьюер сегодняшнего вечера. И споет она о том, как правильно и красиво собирать счастье, и кто нас попутал в лесу, а также спляшет вместе с яркой танцевальной группой «Веселуха» Марина Соболева! Здравствуйте, дорогие друзья! С праздником, с Масленицей! И одна рекомендация звучит в этой песне. Послушайте внимательно. Если будете ее соблюдать, все будет замечательно в вашей жизни.